Леха, пиши все-таки. Ну хоть попробуй. Леха, держись, подумаешь, Америка. Ясен ты, Леха. Понял, офкот. Вот так всем и говорили. Дядя Женя, я хочу, чтобы вы знали. Мы с вами больше никогда не увидимся. Я люблю вас. Я буду любить вас всю жизнь. Аня, let's go! Я вас никогда не забуду. Прощайте. У стойки 25 продолжается регистрация пассажиров, вылетающих рейсом Ленинград-Нью-Йорк. Attention, please. All passengers of the New York flight number 319 are invited to proceed to gate number 25. Thank you. Совершил посадку самолет, выполняющий рейс SU-320 Нью-Йорк-Санкт-Петербург. Пассажиров просят пройти на таможенный досмотр. Пожалуйста, сюда. А мы уже и название придумали. Совместное российско-американское предприятие «Импульс». Ничего? Замечательно. Ничего не узнаю. Господи, 20 лет прошло. Да, понастроили. Не желаете? Нет, благодарю вас. А вот у меня к вам просьба, если можно. Мне нужно узнать об одном человеке. Адрес, телефон. Да, пожалуйста. Тимошин Евгений Павлович. По специальности инженер. Родился в Ленинграде. Седьмой? Привет. Запиши. Ему 40 лет. Тимошин Евгений Павлович. Да, Тимошин Евгений Павлович. Ленинградец. 40 лет. Веселей, товарищи, веселей! Так, с порошочком, с порошочком! Учтите, товарищи, американцы фанатики чистоты. Если они заметят грязь, ни о каком совместном предприятии и речи не может быть. Веселей! Веселей, веселей! Так, аккуратней. Как следует, как следует! Так, как тут у вас, Евгений Павлович? Да хорошо. О, нитхинол. Замечательно. Это что, из дома принесли? Да. Оплатим. Молодец, молодец. Товарищи, всем брать пример с Евгения Павловича Тимошина. С меня, с меня. Советский инженер умеет все. А если не умеет, ему нечего делать в совместном предприятии. Шучу я, шучу. Но в каждой шутке есть доля правды. Так, что у вас? Не скрипит. А если чистое, что? 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 Должно скрипеть. Физики не знаете. Вот, товарищи, таким не место в совместном предприятии. Шучу я. Шучу. Веселиться. Сам-то пролез. Чего мы вообще коречимся? Возьмут-то двоих. Остальные кедрени фини. Капитализм. Звериные законы рынка. Я внимательно обследовала чувствительные, или, иначе говоря, эрогенные зоны вашей жены и пришла к выводу, что для вашей супружеской пары наиболее выгодной будет поза вот подобная. Постарайтесь разнообразить ваши отношения. Интимная близость должна нести в себе элемент какой-то неожиданности, какой-то непредсказуемости. Вот так же, как представьте себе, что вам вручили подарок. В очень красивой упаковке. И вы не знаете, что там. Вы разворачиваете обертку и с волнением ждете чего?
естественно, сюрприза. Так же и в этих отношениях. Ну, Оля, ну ты что? Ну ты что? Ну ты действительно думаешь, что я тебя здесь соблазню, брошу и в Америку уеду? Да ничего я не думаю! Не любишь ты меня! Люблю! Вот, пожалуйста, Тимошин Евгений Павлович. Адрес, телефон. Место работы узнать? Нет, спасибо. А может, вас садить? Пока не надо. Это сын мой, Тимошин Евгений Павлович. Садись, сынок. Ты бы угомонился наконец. Вечный бой. Покой нам только снится. Мама дома? Мама дома. Отдыхает. Дрэнк, вид какой-то у тебя замотанный. Питаешься нормально? Может, денег тебе дать? А ты бы... Заканчивал эти номера. У тебя же радикулит, поясница. Дует. Ужас. Нормально, зато весело. Люди кругом. Жить. Все меня любят. Ну ладно. Сынок! Я послезавтра приду, сынок! Я не забыл! День рождения у него. Бывает. Я хочу, чтобы снова в нашем маленьком доме. Луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Вы не провода в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы сиять в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается рекой, можешь отнять покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать толпе. Ваш директор сегодня по радио выступал, про совместное предприятие рассказывал, слышь? Какое-то идиотское название придумали, импульс. Слушай, а говорят, представитель из Америки не приехал, а? Жень, значит, завтра? Завтра, наверное. А, ой, я забыла. Женя, эти. Угу. Слушай, ты мне обязательно позвони, да? Сразу. А возьму тебя. Не знаю. То есть как это не знаю? А что, могут не взять? Завтра, Наташенька, завтра. Только двоих инженеров берут, а нас 30 в родном КБ. Фу. Так. Жень. Значит так. Вот этот. Сюда. Угу. А вот этот. Наташ, ну... Женя, прелесть. Должны взять. Алло, Петя, это ты, что ли?
спит. Она спит? Что по химии? Так что, будите ее. Ладно, пока. Это любовь. Какая это любовь, когда они уезжают? Ты что, наоборот? Представляешь, вдруг Петя женится на нашей Ольге, и они все вместе в Америку. Так не Петя же уезжает, его отец уезжает. Да ты ничего не понял. Ведь Петя летит с ними вместе, они же всей семьей. А Ольга поедет как жена, жена Пети. До отца контракта на 3 года, а потом-то они возвращаются. Да и пусть они к чертовой матери возвращаются, она останется там, будет там проживать. А она Петю любит? Да любит, не любит, какая разница, если Америка. Так они женятся, что ли? Ой, если бы. Ну, в общем, ладно, они сами разберутся. Представь себе. Так. Завтра. Завтра. Тебя берут. Совместку. Совместку меня? Хорошо. Летишь в Америку. Вслед за обеденным папой. Зарабатываешь там мульон. Да. Меня полностью одеваешь. Да. Покупаешь мне туфли на каблуке. Лифчик. Парочку. Ты подожди. Покупаем квартиру, машину, дачу, мебель, самолет. Оля спит. Она спит. Я иду к тебе. Иду. Я иду к тебе. Только вот без этого. С этим я иду. Спокойно. Ты посмотри, как я иду к тебе. Спокойно. Иду, ты моя. Моя. Оставься. Моя, ты моя. Ты моя, иди сюда. Ты моя. Алло. Да. Положи трубку. Что, Иван Иванович, не получается? Ах, не по... Значит так, говорю вам как врач. От близости... От близости надо воздержаться. Надо подождать, пока Иван Иванович сам как-то не проявит настойчивость какую-то. Ну, он же проявлял когда-то. Ну что, он... Да он только 2 раза в день после еды. Он только прошел 3 наших сеанса. А должен пройти 10. Да что, да что значит вообще деньги вымогаете? Да... Идиотка, ну понимаешь? А чего с ней? Да идиот, ну не с ней, с мужем. Половое бессилие. Почему? Почему? Ну кочану жизнь, потому что собачья. Так, у них жизнь собачья. У нас с тобой жизнь собачья, ну, присобачья. Да ты же вообще, менее, ты у меня больной, одна. Больной человек. Да-да-да-да-да. Уговорили. Согласна. Несите. Да. Алло? Алло? Перезвоните, вас не слышно. Перезвоните, перезвоните. Перезвоните. Значит, только лимузин, вилла и лифчик. О, о, о! О, Жень, Жень, я сейчас вызову милицию. Успокойся. Слушай, уже вызывали соседей. Что ну, толку? Спокойно, ну, спокойно. Олю разбудят. Ну, Жень, вот. Ну, что ты заводишься? По стаканчику, а? Пожалуйста, потише. А то завтра на Нет, достал, ну прямо нет. Достал. Ну сколько раз говорить можно? Я отдыхаю. Если нет, тебе не нравится, иди во дворе поспи. Сев, может его сделать потише, а? Слышь, друг, может тебе сделать потише?
Слышь, старичок, если слов не понимаешь, можете и выпить, а? Если слов не понимаешь. Слушай, отец, если тебе не нравится, так ты не стесняйся. Пиди, пожалуйста, в ментовку, в суд. Только не ходи сюда больше. Сева, Сева. Жень, да подожди я одну секундочку. Тебя, да, прекрати, да, тебе да, почему я должен? Да я прошу тебя. Скоты. Ой, успокойся ты, спит она. Кефира сколько? 5. А масла нет? Так. А сливки где? Вот сливки. Где сливки? Ну что ты, вот они, не видишь? Не, старик, возьми, я не подпишу. Возьми, возьми, не обижайся, давай. Да и не обижайся. Вот эти, что ли? Именно. Вот тут еще. Надоели мне эти кефиры, пойду пивом торговать. Хочешь, я пристрою? Там бабки! Хо-хо! Когда следующая машина? Не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоп! Что ж ты делаешь, Женя? Проигрыш боя, нужно боксировать. Все отдать для победы, все отдать. Боксировать, Женя, надо зло и жестко. Боксировать, не отдавай победу. Работать надо, Женя, работать. Все отдать, последний раунд. Победа твоя, Женя, боксировать надо. Зло и жестко, зло и жестко. В синем углу ринга перворазрядник Евгений Тимошин. Женька, мы же вместе учились до 5 класса. 6 лет провел 42 боя, из них 37 одержал победу. В
красном углу ринга заслуженный мастер спорта Николай Кузнецов, трехкратный чемпион страны, неоднократный победитель крупнейших международных соревнований. Провел 163 боя, из них 145, одержал победу. Перевод. Ты что, боксом интересуешься? Да нет, меня подруга затащила. У нее тут муж где-то будет выступать, Сашка Образцов. Молодец. Я знаю, она медицинская, на третьем курсе учится, да? И я медицинская. Ура, молодец, Женя, здорово вы его. Спасибо. И я в медицинском на третьем курсе, а ты вот это вот и все. Не, ну я тоже в политехе на третьем курсе, а это так. Женька, ну я тебе приз, держи! А почему козел? А на льва денег не хватило. Вот познакомься. Это вся наша группа. Спасибо. А это вот Леша Клеванов. Наташа очень рада. Очень приятно. Сестричка его, Аня. Главная моя болельщица. А это вот Мэри Роджерс. Лехина невеста. Из Америки, дочка сенатора. А это вот, познакомьтесь, это Наташа. Учись когда-то вместе по одной школе, пока не переехал. Первая моя любовь. Это Наташа. It's his first love. Сын, что зубы целы? Мужики, все ко мне отмечать это дело. Погибли 3 года тому назад в автомобильной катастрофе. Лёшка теперь один. Сестру воспитывает. Слушай, а Мэри что, действительно дочка сенатора? Угу. Американка. А как же они познакомились? Да в прошлом году со стройотрядом он ездил в Болгарию. Ну, она как раз там и отдыхала. Прямо на пляже. И познакомились. Он английскую школу закончил, а теперь она к нему приехала. А Леша хочет на ней жениться? Ага. А где же они будут жить? Там, в институте такое творится. Ему ничего не будет? Не знаю.
Ой, Лёшкина сестра в тебя влюблена? Ага. На, возьми, поешь. Аня, да что с тобой, Анюта? Аня! Аня, что с тобой? Ну, ну! Вот поворот какой делается рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети. А чья это песня? Висбора, Юрия. Женя, а ты меня вспоминал? Вспоминал. А чё ж тогда не звонил, когда я звонил тебе. Неправда. Правда, правда. Нет. Я тебе звонил. Я ж тебя тогда любил. Мы разговаривали с тобой два раза. Не помню. А чего потом не звонил? Потом? Потом неудобно было. Не звонил, не звонил, вдруг здрасте. А ты меня вспоминала? Не-а. Я же тебя не любила. А-а-а. Ты же, Женечка, такой маленький был. Маленький, да? А сейчас большой. А сейчас большой, да. Угу. Сейчас большой, вполне. Опа! Погуляем. Да. Ну, погуляем. Ну, пойдем. А ты наш класс помнишь? Ага. А Марья Васильевна замуж вышла. Ну да. Ага. Ань, Анюта, Аня, что с тобой? Смотри. Ать. Тут слон прямо как. Ать. Спи. Женя, ты меня только раньше любил, а теперь не любишь? Черт его знает. Кажется, я сейчас люблю. А что? Кажется, я тоже. Только я не знаю, бывает так сразу. Почему сразу? Мы с тобой уже сколько? Уже 13 лет знакомы. В первом классе нам было 7. А сейчас 20. Почти полжизни. Это КГБшник. Какой КГБшник? Ну, он все время за нами ходит, мэрия охраняет. Зачем? Американка. Ну, он на нас смотрит. Ну, все с ним. Ну, потому что не приехали еще, не приехали. Ну, конечно, как только приедут, я тебе сразу позвоню. Ну, я понимаю, что ты волнуешься, Галенька. Ну, все волнуются. Я тоже волнуюсь. Вот Виктор Васильевич сидит, волнуется. Ну, что звонить 10 раз? Я же говорю, ничего не ясно. Ой, ну, все, все, все. Пока. Виктор Васильевич, ради бога, извините. Едут! Едут! Давайте все быстро за работу! За работу все быстро! Быстро за работу! Ну, иди ты за Кульман! Ну! Так, цветочки. Цветочки.
идут. Работаем. Пожалуйста, проходите. Наше конструкторское бюро, наш, так сказать, мозговой центр. Товарищи, можно отвлечься на секундочку? Разрешите представить вам нашу гостью. Анна Колеванова, представитель американской стороны, коммерческий директор фирмы, с которой мы организуем совместные предприятия. Анна наша соотечественница, 20 лет назад вместе с братом уехала в Америку. Кстати, ее брат Алексей Колеванов, президент компании. Итак, Анна, познакомьтесь, начальник конструкторского бюро Сапелкин Виктор Васильевич. Здравствуйте. Спасибо. Позвольте представить вам сотрудников. Да, пожалуйста. Это вот Рубанов Владимир Александрович. Очень Здравствуйте, приятно. Очень приятно. Аристов Виктор Федорович. Здравствуйте. Альшиц Олег Данилович. Здравствуйте. Безюкова Евгения Ивановна. Здравствуйте. Тимошин Евгений Павлович. А это Голубева Ирина Ивановна. Фадеев Юрий Сергеевич. Иванова Вера Викторовна. Приехали? Маш, ну ты дозвонилась, я не могу дозвониться. Кого? Маш! А решили? Господи, опять завтра. А ты не слышала? Кого? Неизвестно. Что? Бывшая советская? Как фамилия? Колеванова? Что, брат? Президент фирмы. Все, спасибо, пока. Анька. Анька. Граждане, подайте жертве социального катаклизма, до проклятой перестройки работал главным инженером оборонного завода. Все отняли проклятые капиталисты, с работы выгнали, жена тяжело больна, дочь, школьница стала проституткой. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками входили и садились по местам. Я завтра приду, сынок. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам. Мне лично требуется иностранная валюта для срочного лечения за границу, но я не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет. Как с белых яблонь дым. Товарищи, подайте жертве социального катаклизма. Муж в тюрьме за борьбу с демократией. Дочь школьница стала проституткой. Женя здорова. Сама неизлечимо больна. Требуется валюта для лечения. Товарищи, Христа ради!
Ма, слушай, она его помнит, ведь 20 лет прошло. Дорогая, такое не забывай. О, кстати, это очень кстати ты напомнила. Это ты напомнила. О, вот эти фотографии расставь так с пунктом, как будто мы поняла. Всю жизнь только о ней и думали. Это папочка. О! Одна, словно начерна. Анечка, помнишь ли ты тот памятный день, когда мы с тобой познакомились через этого козла? У меня же день рождения завтра. А сегодня? Что за праздник? А как что за праздник? А ведь говорят, американцы приезжали. Ага. Ну, и что? Ничего. Ну, как ничего? А они где? А, понятно. Доложили? Доложили. А где она? Не знаю. Ну, придет. Зачем? То есть как-то, ну ты говорил с ней? Нет, не говорил. Как не говорил? Ну, то есть, ну, не подошел даже. Да господи, ну куда там? Там генеральный вокруг суетится, свита, телевидение, вот такие вот там амбалы ее охраняют. Ну, ку-ку-ку. Ну, как? Пап, ты бы крикнул там. Чего? Но... Чего крикнул? Анька, здорово! А как она одета была? Да никак. Что, голый приехал, да? Мам, вот вы туда твоего Ивана Ивановича. О, кстати, как у этого дела с половым-то бессилием которой? Мне мужики говорили, если съесть банку сгущенки, только вот сразу, залпом, очень помогает. Вот Гаврилов попробовал, ему очень помогло. А сгущенка подорожала, а теперь он бегает и денежки занимает. О, кстати, скажи своему этому пациенту-то, пусть треснет пару банок, глядишь, и поможет. Чего, Женя? Чего? Аня, представитель фирмы, понимаешь? Она решает, кого брать, кого не брать. И одного слова ее достаточно, а ты к ней даже не подошел, чтобы... Наташенька, да неудобно, честное слово. О, так, ну хорошо. Звони. Куда? Где наша телефонная книжка? Ну, так, начнем с Астории. Астория. Да. Ну, я-то как ненормальная. С работы отпросилась. Последние деньги на рынке истратила, чтобы его Анечку накормить. А он к ней даже не подошел. Алло? Астория? Здравствуйте. Будьте добры, у вас не остановилась случайно Анна Колеванова из Соединенных Штатов? Есть! Ой, будьте добры, соедините, пожалуйста. А, здравствуйте. Будьте добры, Аню. Она, Жень, слышишь? Жень! Женька, ну давай. Ну давай, ну Жень. Да перестань, ну, перестань ты давай. Да ну, ты, не надо, мне ну, неудобно. Да ты ненормальный. Ты позвони, ты чего стеснется-то? Да позвони, в чем дело? Мы 20 лет не виделись, вдруг на тебе, звони, пожалуйста, нет! Ну что здесь такого? Нет! Алло, Петя, перезвони, подожди, отвали, перезвони через час. Звони, я тебе сказала. Нет, мне неудобно. Тебе неудобно? Да. Тебе неудобно? Да, неудобно. Тебе неудобно, а мне удобно, а мне удобно, а я позвоню. Дай телефон. Не дам. Дай телефон. Мне неудобно, понимаешь? Мне неудобно! Тебе неудобно. Все, неудобно! Ах, тебе неудобно! Да! Да? А вот жить вот в этой вот конуре чертовой тебе удобно? Зарабатывать копейки и считать их до получки тебе удобно? Да? Тебе, инженеру, разгружать какие-то машины по ночам тоже удобно? Да мне все это удобно, понимаешь?
Мне в этом сшивом галстуке удобно! Разгружать машины мне удобно! И жить с тобой в этой самой конуре очень удобно! Мне все удобно! Она меня видела, узнала, говорить не захотела! Чего звонить? Не нужны мы ей, понимаешь? Все! Женя, нам уже с тобой по 40. Еще 5 лет, я останусь старой теткой. Я уже и сейчас. Скажи мне, будем ли мы когда-нибудь жить по-человечески? Можем мы не думать о том, спит Ольга или нет, и не проснется ли она, не дай бог, потому что эта ложа любви скрипит, как несмазанная телега. У нас с тобой остался только один шанс. И этот шанс Аня. Такие совпадения бывают только раз в жизни. И по очень большому блату. Так что звони. Нет. Дай телефон. Не надо. Дай телефон, я сказал. Нет. Отдай. Отдай мне телефон. Не дам я тебе звонить. Нет. Дай. Нет. Да, дай. Больно. Отпусти. Отойди. Да брось его, мама. Ну пусть мы умрем лучше бедные, но гордые! Ты ведь этого хочешь? Ты не гордая! Папочка, так, да? Ну давай, иди, иди, устраивайся! Крутись вокруг своего Пети! Может, жениться на тебе, иди! Христа ради, в Америку тебя увезет отсюда! Да дурак ты, папочка! Совсем обнаглела. Оля! 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 Оля, ты куда? Петя! Зачем? Затем! Словно начала, да, словно стихи сосна, словно в году весна. Нету, дорогой, такой. Не надо, не надо нам этого, не надо. Нету, дорогой, такой, нету нигде такой. Не за туманами, так бутербродиком намажем, так намазали, а это теперь возьмем. И вот так вот опять положим. Та-да-ра-та-та-та. 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 Так. Так. Пошли.
пошли, пошли, пошли. Я опоздаю. Пошли. Товарищ, а в чем дело? Ну, где их носят? Я не понимаю, а кто женится? Так, сегодня вступают в законный брак Тимошин Евгений Павлович и Семенова Наталья Анатольевна. Женя. Прежде, Женя. Чем вы станете что? Мужем и женой. Прячь трусики, Женя. Какие трусики? Мои трусики из кармана торчат. Прежде всего ответственность друг перед другом, перед обществом. Перед вашими будущими детьми постарайтесь сохранить на всю жизнь светлое чувство чистой любви. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики объявляю вас мужем и женой. А сейчас вас поздравит наш депутат Сумароков Евгений Николаевич. Дорогие дети, поздравляю вас с законным браком. Желаю вам счастья. Минуточку! Поздравляю! И ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в горну весна. Алло, Коль, это я. Ну как настроение? Ты что, поддал уже? Волнуешься, расстроился. Ну и... Ну а не знаешь, кого берут-то? Не знаешь. Слушай, Коля, ты не возражаешь, если я у тебя... ну, недельку поживу. Ну, что случилось? Вот тебе хорошо холостяку? Ну, вот пусть и мне будет хорошо. Ну, ладно, давай, я, да, приеду. Давай. Здравствуйте, дядя Женя. А... мы вроде виделись сегодня? Да, действительно. Это было так неожиданно, у меня просто голова закружилась. Бывают же такие совпадения. Ну, давай, проходите. Проходи, давай. Ну да. Проходи. Осторожно, я тут телефон уронил. Так. Ну вот, есть хочешь? Нет, спасибо. А выпить водки? Хочешь выпить? А выпить хочу.
Это, да? За встречу, дядя Женя. Давай. Дядя Жень. Что? Помнишь, да? Помню. Да-да-да, это. Да. Это кто, я, что ли? А это Лёшка? Ну. Он такой толстый стал. Смотрите. Батюшки, это... Это наш Лёха! Господи ты, боже мой, во что это он? Господи, какие старые-то стали, а? Ой-о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 й. А это тетя Наташа? Да, я оставлю себе. Да? Да, конечно. Спасибо. А где она? Она к матери поехала. А дети у вас есть? Дочь, Оля, в 10-м. Ты замужем? Была. Чё было? Не сложилось? Не сложилось. А Оля где? Оля у нас это... к однокласснику отправилась. Это теперь называется химию делать. Видик будут гонять, учится плохо, поступать она не хочет. Ну, а с другой стороны, куда? Поцелуйте меня, дядя Женя. Я понимаю, это психоз, это безумие. Я не хотела вам звонить, не хотела вас видеть. Но потом я подумала. Я посмотрю на него, только посмотрю. Прошло 20 лет, он изменился, постарел, и все пройдет. Я не могу без вас жить, дядя Женя. Я пробовала, честное слово, пробовала. Не получается. Я прошу вас, только не смейтесь надо мной. Поцелуйте меня, пожалуйста, я 20 лет этого ждала. Скрипучая, это просто что-то невозможное. Анька. Что, дядя Женя? Привет. Какой же я тебе теперь, дядя Женя? Я вас люблю. О, и на вы, смешная. Это что, тот же самый козел? Боже мой, я, наверное, сумасшедшая.
Да нет, я точно сумасшедшая. Если я 20 лет вас люблю. Дальше будем делать. В смысле? Ну, в смысле, сегодня я знаю, сейчас вы едете ко мне в гостиницу. Так, а зачем? Затем, что там тахта не скрипит. Из дома уйти сможете? Смогу. Завтра я улетаю в Ростов-на-Дону. Сможете со мной полететь? Вот это я не знаю. А что такое? Это я не знаю. У нас-то организовано совместное предприятие твоими молитвами. Ну, и что? В нашем КБ 32 человека. Сама сегодня видела, правильно, да? А берут только двоих! Берут двоих! Так что, может, я безработный! Я безработный! Куда хочу, туда лечу! Ах! Ну, вас-то берут? А вот это я не знаю, не знаю я. Вы хотите с нами работать? Ну, мало ли, что я хочу. Боже мой, я идиот! Дядечка, Женечка мой! Как же я раньше, ты не догадалась. Паспорт берите. Какой? Берите паспорт. Зачем? Одевайтесь. Какой паспорт? Ну ладно, да. Ну давайте сюда. Вот отлично. Паспорт. Пиджак берите. Зачем? Поехали, поехали. Куда? По дороге. Куда? Все расскажешь. Подожди, мой дорогой. Куда ехать? Сейчас куда? Все увидите, подожди, все зачем? Узнаете. Вот это да. Поехали. Сейчас позвоним Лёшке, я все ему скажу, он будет рад, вот увидите. Куда позвоним? Да ты что? Сейчас, дядя Женя. Ань, куда мы едем-то? Шампанское открывайте, Мэри угощает. Сейчас, сейчас, дядя Женя. Алло, Лёша, Лёша, слушай, это я. Ты знаешь, от кого тебе большой привет? Ты не поверишь, от Жени Тимошина. Зашла в гости. Я уговорила его стать нашим представителем в России. Инженер! Работает по специальности. Представляешь, на этом самом заводе. Да, конечно, то, что надо, даю говорить. Да ладно, трепаться. Алло, Лёшка, это я! Да, здорово! А мы с Аней тут из машины звоним. Да, а ты? Откуда? Да. Откуда? Подожди. Лос-Анджелес? Вот это да! Как жизнь, говорю. Подожди, не слышно его. Лёшка, алло! Как дела? У меня-то все по-прежнему у меня. А ты как? Да, подожди, подожди. Аня мешает. Лёшка, помнишь того козла? Тот козел у меня. Дайте я объясню. Козел! Лёшка, я это же надо! Я его по-прежнему люблю! Лёшка! Господин Тимошин, фирма приглашает вас на работу. Так. Так едете? Куда? В Америку, в Лос-Анджелес, домой, дядя Женя. Домой? Домой. Домой? Домой. Ладно. А там тоже тахта не скрипит, да? Не скрипит. Тогда летим! Тахта, во-первых. А во-вторых, пройдете стажировку. Стажировку? Да. Курс 4 месяца, выучите язык. Потом? Дядя Женя, а потом вернетесь сюда совершенно в другом качестве. Вот это круто, вот это круто. Дядечка, Женечка, все будет хорошо. Так. Все будет очень хорошо, да. Вот увидите. Ладно. Мы все время будем вместе, я вам помогу, так. Вы только не бойтесь. Я все для вас сделаю. Я не боюсь. Вот и не бойтесь. А я не боюсь. Сейчас мы позвоним. Одну минуточку. И закажем вам отсюда билет. Так. В Ростове мы пробудем один день, потом два дня в Москве,
а потом в Америку. Сейчас нужно заехать в консульство, отдать ваш паспорт, чтобы сделали визу. Добрый вечер, это Колеванова. Мне нужен один билет Петербург-Ростов, один билет Ростов-Москва и один Москва-Нью-Йорк. Тимошин, Евгений Павлович. На те же рейсы, что и мне, желательно, чтобы места были рядом. Благодарю вас, до свидания. Ань, у меня даже костюма нет приличного. Купим. А мне же завтра на работу. Позвоним? Да. Ань, а вот, вот это все не бред? А, вот, кажется, и костюм. Остановите машину. Здравствуйте. 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 Нам нужен мужской костюм? Пожалуйста. Благодарю вас. Да. Пожалуйста. Джилберт Монтан, зная, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит, написал песню, которая называется «The Fool». Прошу вас. Благодарю вас. Это все в Асторию. 315 номер, пожалуйста. Прошу. Что случилось, дядя Женя? Да так, ничего особенного. Вас смущает то, что я за вас заплатила? Да. Вы меня просто обижаете. Разве я не могу сделать подарок другу своего детства? Ну хорошо, если хотите, я потребую у Лёшки сумму, которую я на вас истратила. От Лёшки вы можете принять подарок? От Лёшки могу. В конце концов, эту сумму можно вычесть из вашей зарплаты. Вы же будете получать зарплату в валюте. Вот и вычтем. Это вас устроит. А вот я у вас потребую подарки. И вообще... Стоп, 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 стоп! Остановите машину! Что случилось? Дайте назад! Назад дайте! Что случилось, дядя Женя? Случилось, дядя Женя. О, полюбуйся, тетя Наташа. Она что, пьет? Да нет, господи, да она мне назло напилась, что я тебе не позвонил и на работу не напросился. Аня, извини, мне теперь домой ее надо тащить. Да-да-да, конечно, конечно. Я буду ждать. 315 номер. Или позвоните мне. 210-5315. 210-5315. Вы придете? Не знаю. Но я все равно заеду за вами. Утром в 6. 8 самолет. Да? Хорошо. Обязательно. Отвезите их домой. Хорошо.
Идем домой. Идем, идем, идем. Нечего. Давай, давай домой. Пришел. Познакомьтесь. Мой муж Женя. Мой новый друг Коля. Так, хорошо, идем домой. Давай, ну идем домой. Что ты? Убери руки. Иди, 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 иди. Нечего здесь. Ну давай, идем. Что я сказал? Ну куда пошел? Ребят, идите. Спасибо вам большое за все. Приезжайте еще. Да. До счастливо. Свидания. Спасибо. Спасибо. Всего самого. Гуляют. Ну, Наташ, постарайся. Ничка, я не могу. Ты попробуй, попробуй, тебе легче станет, Наташ. Ну-ка, давай еще разочек попробуй. Ну, Наташа, давай. Ой, Женя, ну что ты со мной? Наташ, ну легче будет. Я же, ты понимаешь? В горшок попали. Ну пусти меня. Подожди, ты куда полезла? Ну куда ты полезла-то? Очищение полного. Неудобно. Стой, я помогу тебе. Неудобно тебе, да? Не сделай мне такую прическу, я так не ношу. Ну, может быть, хватит, Наташа? Я тебе освежу. Удобно тебе так, да? Так вот. Отдай тебе. Отдай. Да? Отдай. Стой, стой, стой спокойно. Удобно тебе, спрашиваю. Вот и... Держись, держись. Ну, удобно. Ну, удобно. Тебя ненавижу. Ненавижу тебя. Ой. По-прежнему. Ку-ху! Ку-ху! Так, где здесь это все? Оля, Оля, что с тобой? Ольга. Олечка, Олечка, что случилось? Ну-ну, что случилось? Что? Что? Вам неудобно.
is from the small sweet days. Disappears into an office to know what the day is. Давай. Жень. Сюда. Она меня любит по-прежнему, и у нас с ней все было. На этом самом диване. Она меня берет на работу, и мы с ней уезжаем в Америку. Не веришь? Вон, посмотри, она фотографию подарила. Вы мне надоели! Идите вы обе к чертовой матери! Ну, наконец-то. Вова, где тебя носит? Ждет он. Два раза уже звонил. Не уезжай никуда. Быстрее. Володя, ну быстрее. Вовочка. Ну, пойдем, ждет живого. А кто такой? Ну, не все ли равно тебе? Ну, пошли. Что? Что? Мне все равно. Мне? Ты как разговариваешь, скотина? Ты что, Вов? Фу, нет, вы слышали, наглость какая? Я тебе что, соска рублевая? Он еще командовать будет. Иди обратно в свою армию, там командуй. Это ты там был майор, а здесь ты дерьмо собачье. Не нравится, до свидания. Я телефонную трубку сниму, и тебя завтра же здесь не будет. Сегодня! Хамло гарнизонное. Ну как на работу? Вечно настроение испортит. Что? Били, бедненький. А, возьми.
Чего смотришь? Это доллар. Умножать ты умеешь? Ну на, бери, не бойся. Дурачок какой-то. Ну ладно. Прощаю. Веди уже. Да проводи меня до номера, а то еще пристанет кто-нибудь. Прошу. Едете? Аня, милая, прости. Ну, прости меня, я не могу так, понимаешь? Ты моя дорогая, хорошая. Ну, зачем я тебе нужен? Ты подумай, ну, не надо мне всего этого. Аня, милая, дорогая, ну, не люблю я тебя! Я не люблю тебя! Понимаешь ты это или нет? We'll be right back.
Все нормально, дядя Жень. Все будет хорошо. Прощайте. Евгений Павлович, ваш паспорт. Вам просили передать. Пришлось вернуться. Спасибо. До свидания. Женечка. Женечка. Ты прости меня. Прости меня, пожалуйста. За все. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты мой единственный. Это просто жизнь, жизнь, жизнь такая, такая собачья. Жень, я вообще не знаю, как ты со мной живешь с такой грызой. Я тебя мучаю все время, а ты все терпишь. Я люблю тебя. Ты мой родной. Ну, не бросай меня. Ну, не бросай меня, пожалуйста. Ну, не бросай меня, пожалуйста. Жень, а помнишь песенку? Ты у меня одна. Ты у меня одна. Одна, словно в ночи луна, словно в степи сынок! Сосна. Сынок! Женька, это я! Это мы пришли! Сынок! Поздравляю тебя с днем рождения! Для тебя любимая песня! Слушай!
Тебе мама привет передает. Мама дома отдыхает. Дедушка наш пришел сумасшедшим. Папу день рождения мы забыли. А мы забыли. Thank you.